5 октября педагоги отметили День учителя. Согласно статистике, сегодня в регионе большая нехватка преподавателей точных наук. Ни для кого не секрет, что дефицит кадров в основном обусловлен низкими зарплатами в сфере образования. 69% россиян уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование крупной компании по поиску работы. Какой достойной оплаты труда учителей считают жители Твери, выясняла наша съемочная группа. Ну, наверное, столько же, сколько получают на предприятиях инженеры. Тысяч, наверное, 70. Ну, учитель, я думаю, где-то в порядке, значит, 30-40. По крайней мере, ты что точно? У них очень тяжелая работа, я считаю, с детьми работать. Ну, вот у меня пенсия 20, а значит, зарплата должна, ну, 1050-60 минимум. Если же учитель получает 30 тысяч, ему достаточно будет.